Опять продолжаем прогулки по нашему городу. Ну вот, сегодня к нам пришел наш парусник Седов. Красивый парусник. Много народу было на набережной лейтенанта Шмидта. Вот видишь, на реях стоят курсанты. Обычно, ну вот раньше, я не знаю, как сейчас, но раньше этот парусник использовался для практики курсантов Макаровки. Я горжусь тем, что мой командир Бирюков Олег Дмитриевич, царство небесное, был командиром мачты на этом паруснике Седове. Вот, это был командир, но он единственный, знаешь, как бывает, бывает только один командир. Первый командир, мне с него очень повезло, я был штурманом, а он был очень правильный, интеллигентный человек, вот, который меня учил, ну, и, в общем, я считаю, научил неплохо. Вот, много народу было, я немного делал побыстрее прокрутку этой зарисовочки, и не так напружно для сознания. Вот, курсанты там стоят, народ встречает, пришли девушки, курсантов, видимо, пришли мамы с папой. Самое интересное, я зашел на сайт Седова, есть такой, рекомендую зайти, кто интересуется, посмотреть. Так вот, у него практически на 2013 год расписаны все рейсы коммерческие. Они достаточно недешевые, но, видимо, те, кто имеет такую возможность, они резервируют каюты, резервируют какие-то месяцы и нормальным образом путешествуют вместе с курсантами. Я видел там маршрут Дакар, в Дакар, в Испанию. То есть такой плотный график у корабля, судна, парусник. А я хочу сказать, что мой командир, кстати, вот привил мне такое дело, что да, он всем нам привил. Потому что когда мы встречали в открытом океане любую яхту, мы всегда останавливались и всегда оказывали посильную помощь. И спрашивали, что нужно людям, которые ходили под парус. Это действительно достаточно сложно, и ну, это настоящие люди ходят под парус. Вот видишь, салют тут какой-то был. Народ радовался. Играл оркестр, говорили какие-то речи, но я долго не задерживался, я по набережной прошелся. Была цель кататься на самокате. Я на самокате с вами проехал набережную, потом забрался на Благовещенский мост и в центр поехал. Люди идут смотреть швартовку этого парусника. Красавчик. Хорошо, хорош. Хорош. Погода, в общем, была такая. Да, в общем, неплохая была погода. Дождя, самое главное, не было. А то у нас обычно всегда дождь. А тут дождя не было. А вот рядом почти, не знаю, ему метров 200, другой корабль какой-то отходил, другой приходил, то есть вот видишь, одного встречает с оркестрами, пришел из кругосветки, вот, а другие просто несут свою работу, видишь, один уходит, другой приходит, ну, город живет, живет город. Мне очень нравится, что вот есть такая движуха, есть все-таки, ну, какая-то такая жизнь, знаешь, это здорово. А у нас на Васильской вообще это видно, потому что корабли, они швартуются, потом ждут вечер для того, чтобы пройти под мостами, под наверх, вверх по течению Невы. Вот, ну, видишь, кого-то встречает с оркестрами, а кто-то просто делает свою работу, уходит. Здорово.
Даже с моста ты его немного поснимал. Хорошо смотрится, красивые мачты, такие красивые обводы. Вот тут народ кучкуется. Я представляю, как здорово сейчас людям, которые пришли, которые были в море, плавали. На паруснике их встречает кто-то, как они выходят. Ну вот кто не плавал, наверное, тот никогда не ощущал. А я на себе могу сказать, что это здорово, когда человек долго был, а потом приходит какой-то кайф. Ты ходишь такой воздушный, все для тебя здорово. Ну просто тебе кажется, что на тебя все смотрят. Ну, обалденное чувство. Ну, собственно говоря, вот и все. Такой был день у нас сегодня в городе. Все, пока, всем привет.